Ну что ж, участие в параде ко дню взятия Бастилии, деликатесы на Эйфелевой башне и пару конфузов. Визит президента США во Францию обрастает новыми подробностями. Но при этом лидеры, которых пресса еще недавно называла политическими оппонентами, все же достигли договоренностей. Макрон и Трамп сошлись на том, что выход США из Парижского соглашения по климату не должен помешать совместной работе в других сферах. Обсудили борьбу с терроризмом и договорились разработать дорожную карту по Сирии. Помимо деловых встреч, президенты отужинали на Эйфелевой башне, ради чего главный символ Франции закрыли для туристов. И приняли участие в параде. Визит четы Трампов запомнится и парой неловкостей. Американский лидер во время приветствия не сразу смог обменяться рукопожатием с первой леди Франции. Но в конце концов сильно сжал ее руку и долго не отпускал. А позже даже проронил комплимент Брижит Макрон, что она в хорошей форме.